Всех с Рождеством! Всем привет! Мы сегодня такие уставшие, но очень счастливые. С нашего маленького путешествия вернулись. Сегодня мы были в парке, в новом нашем парке Краснодар, или парк Галицкого, он как геопозиция в Инстаграм. Да, некоторые фотки в Инстаграм я уже выложила. Фото выложила, видео скоро будет на канале, буквально через два денечка. И сейчас у нас будет розыгрыш рюкзака. Напоминаю, что мы его разыгрывали с Нового года. Это такой рождественский подарок. Вот, все страны могут участвовать. Я надеюсь, что Почта России должна справиться. Вот, нужно быть подписанным на наш канал. Нужно было сделать репост на любой в любой соцсети этого видео с розыгрышем. И написать новогодний комментарий. Так что сейчас пойдем разыгрывать. Все-таки буду с телефона записывать. Открыла видео. Скопировать нужно ссылку. Открыть программку. Вот она, да? Лизы ЛНР. Вот она такая. Программка. Копировать сюда ссылку. Нажимаем кнопочку. 72 комментария. Вот наш победитель. Губанова Натали. Давайте будем смотреть комментарий. И здесь, по-моему, нет... Да? По-моему, нет ссылки. Так, давайте смотреть, на кого она подписана. Ничего не вижу, ничего не открыто. Да, непонятно, кто на кого подписан. Ну, то есть, канал закрыт, подписок не видно. Закрываем еще раз. Закрываем этого победителя, еще раз нажимаем на кнопочку. Так, Могилевская Татьяна, поздравления есть. Поздравляю вас и вашу семью с Новым годом. Так. Посмотрим, здесь подписки. Каналы. Есть ли здесь мы? Вот я тут есть. Вот я. Хуторянка. Дальше смотрим страницу. ВКонтакте. И вот репост видео. Ура! Где он здесь? Вот он, репост видео. Так что, Татьяна, мы вас поздравляем! Ура! Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно вышлем подарок. Откуда Татьяна? Самара. Ну, в Самару точно рюкзак должен дойти. Ждем сообщения. Сейчас выложу видео. Все, всем пока! Спасибо большое! Мне так приятно разыгрывать, так что... Я надеюсь, что еще будет розыгрыш на 6 тысяч. Надеюсь, мы что-нибудь тоже придумаем интересное. Так что все, всем пока. Жду от Татьяны сообщения с адресом.